Доброго дня, шановні пані і панове. Ми сьогодні знову з вами зустрічаємось. Сьогодні будемо обговорювати тему оподаткування багатства. Я вивісив на сайті Міністерства соціальної політики відповідний законопроект. Дякую за те, що почитали, дякую за те, що задаєте запитання, що ця тема вас турбує. Чому вона турбує мене? Вирогідність кризи дуже велика. І коли приходять такі часи, нам потрібно думати, яким чином захистити в першу чергу самих бідних українців. І тут потрібно зробити все максимальне від держави. Я переконаний, що все максимальне від великих корпорацій, банків і від заможних людей, від багатих людей. Для того, щоб ті проблеми, які у нас можуть виникнути, не вирішували люди бідні один на один і не вирішували, скажімо, не вирішував тільки той же середній клас. Ми внесли відповідний законопроект. Ще 3 тижні ми будемо його обговорювати. Кожний тиждень, в кінці тижня, я буду проводити відповідну нараду і з урахуванням того, що ви запропонували, вносити відповідні корекції. Після цього я його винесу на засідання Кабінету міністрів і думаю, що він пройде через засідання, попаде у Верховну Раду. Дуже хотілося б, щоб ще до Нового року ми отримали цей закон, уже підписаний президентом. Ну, а зараз до запитів. Вопрос от Тамари Ласкаржевської. Предположим, в 2005 году сім'я приобрела жилье, квартиру 150 метров квадратных. На то время доход семьи был стабильный. На сегодняшний день доход семьи упал. Если же жилье в 150 метров квадратных будет попадать под налог на роскошь, семье придется либо переезжать в меньшую квартиру, или же искать другие варианты. Каким образом вы видите уплату налогов с предметов роскоши, дорогие авто, недвижимость и прочее, которые были приобретены ранее? Ну, тут немножко почитайте внимательнее, и то, что написано у нас, обкладываться налогом будут квартиры только начиная с 300 метров, а дома с 600 метров. Поэтому, если вы приобрели 150 метров квадратных квартиру, это жилье никак не попадает под действие этого закона. Но если у вас квартира 300 и более метров, то да, вы будете платить будете за каждый квадратный метр аж 22 гривны в год. Я не думаю, что это самая большая плата, но тем не менее это позволит, если мы пройдемся по всем позициям этого закона, это позволит нам заработать дополнительно для бюджета пенсионного фонда 800 миллионов гривен. Следующий вопрос, от Валерия Григоровича. Оценщик чей и как оплачивается его работа? В данном случае база налогообложения будет рассчитываться без оценщика. Плата за такие вещи будет взиматься либо прямо на таможне, таким образом, как платежи по таможне, или уже при продаже в самом магазине. Поэтому есть риски, я понимаю их. Скажем, занижение реальной стоимости уже на таможне, ну, это коррупционные дела, и я думаю, что кто-то может за счет этого очень сильно пострадать. Если люди будут идти на эти риски, значит, мы не будем иметь платежей. Но если все-таки не будут идти, то эти платежи будут идти. Но самое главное, что мы постарались минимизировать вот этот человеческий фактор. Будут у вас еще какие-то дополнительные предложения, давайте. Следующий вопрос от Виктора Лиховецкого. Не кажется ли вам, что в законе реализован неправильный подход? Богатство в контексте этого закона не оценивается по своей стоимости и может не отражать имущественное состояние его владельца. Участок площадью 0,5 гектара в центре Киева неравнозначен с таким же на окраине села. Такой налог во Франции, например, называется солидарный налог на богатство. Им облагаются все активы, превышающие 790 тысяч евро. То есть учитывается все имущество владельца, и из него вычитаются долги и обременения. И второе, не будет ли администрирование такого налога слишком дорогим?
к сожалению, не получится у нас поступать так, как поступают во Франции. По одной простой причине. Потому что у нас нету всей этой кодификации, у нас нету всего перечня имущества, тем более нету его оценки. Поэтому мы постарались исходить из конкретных объектов, которые можно легко оценить, которые можно легко проверить. Я думаю, что действительно какую-то категорийность есть смысл ввести, скажем, по отношению к участкам земли. Может быть, скажем, в тех же небольших населенных пунктах или селах увеличить этот участок земли. Тем не менее, пока что вот такой подход мы считаем в наших условиях достаточно рациональным. Спрашивает Кирилл Дак. Ви відмітили, що обсуждая этот закон, ви учтете всі мнения, щоб не забрали чогось зайвого у середнього класу. Ви вважаєте, що зарплата вище 15 мінімальних, примерно 15 тисяч гривень, це зарплата богача, а не представителя середнього класу? Яку зарплату ви вважаєте зарплатою богача, щоб вона облагалась дополнительним налогом сверх тих немалих, що вже є? Я действительно переживаю за то, чтобы под этот налог не попадал средний класс, потому что это будет неправильно. Все-таки идет разговор о богатых людях. С чего начинать? Вы знаете, эту границу всегда трудно установить. Но я хочу сказать, что средняя заработная плата по стране в среднем 2500 гривен. 2500 гривен. В данном случае в этом законопроекте мы вводим одну норму. Как сегодня обкладывается у нас, как сегодня действует наш закон? Если вы получаете заработную плату до 10 прожиточных минимумов, то это обкладывается 15%. Если от 10 до 15, то это обкладывается 17%. Мы предложили, если это больше 15, то обложение, это будет обкладываться налогом в 20%. Мы считаем, что это достаточно справедливо. Мы добавили всего 3% на тех, кто получает вот такую большую заработную плату. Хочу отметить, что вот недавно мы работали с экспертами, которые оценивали наше налоговое законодательство. Один из самых таких серьезных вопросов, который нас отличает от большинства европейских стран, от подавляющего большинства европейских стран, что у нас очень низкая градация по налогообложению и нету практически зависимости такой, которая есть практически прямолинейная в других странах. Чем больше человек получает, тем больше процент он платит. Не такую же сумму, не большую сумму, исходя из одного и того же процента, а процент нарастает. Мы пока не хотели бы очень жестко вводить этот принцип, потому что я понимаю, что это приведет к тенизации экономики. Но в данном случае мы вводим временную меру. Закон мы предлагаем, чтобы работал ограниченный период времени, не навсегда. Все-таки мы надеемся, что мы выйдем из этой ситуации, и тогда ситуация изменится. Вызывает сомнение, что те, кто занимается продажей предметов роскоши, показывают официально всю выручку от этой продажи. А зачем? Если они будут делать наценку 10%, то будут класть ее себе в карман, и бюджет страны опять не получит. Как тут ужесточить контроль? Об этом спрашивает Сергей Волчев. Знаете, теневая экономика и вот это практически то, о чем вы говорите, самая, наверное, большая сегодня проблема. И более всего это проблематично для социальных платежей. Самая большая эта проблема это для пенсионеров. Потому что напрямую отчисления в пенсионный фонд идут практически только из фонда заработной платы. И тот процент, который мы платим, то и достается нашим пенсионерам. Достается, я скажу, достаточно немного. Потому что до сих пор средняя пенсия за последнее время 1220 гривен по стране. А есть еще порядка 7 миллионов человек, которые получают пенсию ниже 1000 гривен.
трудно, наверное, проживать на такую пенсию людям. Но если более конкретно говорить о вашей теме, то мы говорим, что товар придет по определенной таможенной стоимости в магазин. И эта стоимость будет зафиксирована в документах. И если кто-то захочет продавать его по заниженной стоимости, это не получится. Он будет иметь определенную стоимость, и он к этой стоимости будет обязан добавить 10%. И такие вещи легко проверяются. Даже налоговая сможет это проверить достаточно легко. Вопрос от Евгения Коробки. Думаю, что предметы роскоши, купленные за деньги, которые получены от прибыли, облагаемые налогами, можно просто дарить на благотворительность по усмотрению их владельцев, как это делается во многих странах. А так возникает много вопросов. Например, каким образом отличить предмет роскоши от необходимых вещей? Я думаю, что сам налог на роскошь несет такую, я бы сказал, и большую моральную нагрузку. Это своего рода такой тест на сознательность тех людей, которые должны его платить. Тест на наших людей богатых. Можно, наверное, как-то будет хитрить, что-то придумывать, но, вы знаете, в тех же Соединенных Штатах Обама предложил это все. Во Франции 16 миллиардеров сами обратились к Саркози и сказали: введите умеренные ставки налога на богатство, и мы готовы это платить, мы понимаем, что это нужно. Я не думаю, что это будут самые большие деньги, и я не думаю, что эти деньги, этих порядка 800 миллионов гривен, спасут страну и спасут бюджет того же пенсионного фонда. Но я уверен в другом. Я уверен, что это может влиять и должно влиять на моральный климат. Люди бедные должны понимать, что не одни они страдают в этой ситуации. Что страна ищет все резервы, что большие корпорации и банки ищут эти резервы. Богатые делятся чем-то. Вот тогда, я думаю, будет легче переживать все вместе. То есть нужна определенная такая солидарность по всей стране. И я считаю, что в данном случае это не самые большие проблемы для богатых. Я думаю, что в данном случае это больше такой жест солидарности, который должен консолидировать нашу страну. Сергій Леонідович, а яким чином відбуватиметься контроль за тим, щоб гроші йшли виключно на пенсії? Вони будуть спрямовуватись до пенсійного фонду? Запитання від Ані Пономарчук. Так, чому я пропоную, щоб ці гроші йшли виключно в пенсійний фонд? Тому що, якщо вони попадуть в державний бюджет, я можу сказати, що проблеми з витратами державного бюджету через недосконалість нашого законодавства про державні закупівлі – це великі проблеми. І я переконаний, що ми там втрачаємо дуже багато. Що стосується пенсійного фонду, то я вважаю, що він має набагато більшу прозорість. Чому? Тому що практично на адміністрування у пенсійному фонді платиться дуже невеликі гроші. Це біля 2% того, що туди заходить як внески. У пенсійному фонді працює 36 тисяч людей. Ця цифра не змінюється уже 7 років. В цьому році ми її скоротили на 1200 людей за рахунок того, що ми об'єднали пенсійні відділення в районах, у містах з районним діленням. І оце останнє, що ми змогли зробити, тому що сьогодні там іде величезне перенавантаження на людей, зарплати у яких невеликі, на будівлю якусь, на ремонти. Пенсійний фонд витрачає смішні гроші. Тобто всього по всій системі по цьому року, якщо не помиляюсь, біля 30 мільйонів гривень. Тобто це смішні гроші. І вкрасти там практично неможливо. Там 90, більше 97% йде на виплату пенсій практично. Ну, часткове утримання там і так далі. Тому я вважаю, що якраз от ця система буде стимулювати, не буде гірко заплатити ці гроші, тому що вони практично напряму підуть на наших пенсіонерів. От тому і пенсійний фонд. Марик Літнєвський.
предлагает облагать налогом не доходы, а расходы и делает замечание, что облагать налогом на роскошь следует легковые автомобили не по литражу, а по лошадиным силам, начиная с 200 и выше. Все, что ниже, это средний и эконом-класс, пишет он. Ну, фактически, если посмотреть, то ваше предложение в законопроекте и учтено. Мы практически обкладываем налогом богатых, налогом на их расходы, когда мы налогооблагаем самолеты, вертолеты, автомобили, дорогие мотоциклы, яхты, большие дома, большие участки. Это все расходы. Поэтому я думаю, что с этим мы более-менее как бы по подходам с вами соглашаемся. Что касается по лошадиным силам, начиная с 200 и выше, есть такие предложения. Вот мы 5 дней практически принимаем эти предложения. Очень внимательно будем это рассматривать, что мы сможем сделать. Вполне возможно, что мы учтем ваше предложение, согласимся с ним. Вопрос от Евгения. Считаю налог на богатство обоснованным и необходимым для Украины, но нужно обдуманно подходить к созданию критериев, по которым вещи причисляются к роскоши. Я, к примеру, владею мотоциклом 900 кубических сантиметров, что немного больше, чем 800 кубических сантиметров. Он 1993 года выпуска, и он дешевле $5000. Почему вы хотите приравнять мое транспортное средство к роскоши? Мне необходим мотоцикл для ежедневного передвижения по городу. Вы знаете, уместно замечание. Мы посмотрим, и вполне возможно, что старые автомобили, старые мотоциклы, которые имеют большой срок работы, большие пробеги, возможно, мы каким-то образом там планку налогообложения снизим. Но, Евгений, я вас хочу успокоить. Если будете платить, то будете платить совсем мало. У вас там маленькое-маленькое превышение. Следующий вопрос от Романа Васильева. Все правильно, богатые должны платить больше. Но я единственное не понимаю, как можно контролировать процесс купли-продажи. Ведь вся экономика у нас через кэш работает. Еще раз хочу сказать, завозится товар на норковую шубу, которая стоит, условно говоря, там $20,000 или $10,000, но вы можете занизить цену, но сказать, что она стоит $1000 или $1500, сложновато будет. Штрафы могут быть очень большие, ответственность очень большая. И я могу сказать, те же таможенники, извините, вас завтра придут и сдадут налоговой милиции. Она придет у вас, и это все заберет еще, и арестует. И в этом будет очень большая проблема. Немножко что-то можно, наверное, сэкономить. И будут это делать люди. Бизнес сегодня в нелегких условиях у нас работает, и все ищут какие-то более-менее оптимальные варианты для того, чтобы выживать. Но все-таки это будут очень большие риски. Когда товар растаможили вы по определенной цене, он зашел уже в магазин по определенной цене, дешевле его вы не продадите. Очень большие будут налоги. И практически агентом, который будет взимать эти налоги, будет либо таможня, либо сами автомобили. Покупка произошла, вы продали, скажем, товар более чем $2000, 10% будет начислено, и автоматом это предприятие, магазин перечислит его в пенсионный фонд. Вот как это будет работать. Но мы внимательно будем смотреть, понимаете, я очень не хотел бы, чтобы администрирование это было дорогое. Все-таки налог хоть и дает 800 миллионов гривен, но это небольшие для бюджета, небольшие деньги. Поэтому администрирование действительно должно быть простым и дешевым. А если человек купит 20 квартир по 200 метров, он тоже не будет налогами облагаться. А ведь спекулянты именно этим и живут. Это вопрос от Антона Иванова. А на кого он зарегистрирует эти квартиры? Все равно надо будет регистрировать на себя. Если он 20 квартир зарегистрирует на себя, вот у него будет 4000 метров. 4000, отнимите 300. И все остальное умножайте на 22 в течение года. Будет он зарабатывать, но, соответственно, и заплатит определенную стоимость за эти квартиры. Мы говорим в данном случае о тех квартирах, которые могут быть зарегистрированы на физических лиц. Да, человек может зарегистрировать на маму, на папу, но на кого-то другого регистрировать уже опасно. Уже могут быть риски, завтра могут не вернуть.
Поэтому, понимаете, какие-то потери мы понесем, но все равно по администрированию мы еще раз внимательно посмотрим. Я все-таки считаю, что если есть люди, если люди с этого зарабатывают, сейчас пришло время немножко поделиться. И последний вопрос. Будет ли облагаться налогом приобретение предметов роскоши юридическими лицами? Украинские олигархи давно переоформили свои миллиарды на офшорные компании и другие юридические лица, спрашивает Григорий Овсянников. Вы знаете, нет, в данном случае мы не предполагаем этого делать. Почему? Потому что если вы покупаете, скажем, тот же Mercedes, вы уже заплатите те налоги, которые вы должны заплатить, корпоративные налоги. И пока что мы присматривались к тому, чтобы поднять там определенную часть налогов, но пока мы не пошли по этому пути. Что же касается офшорных зон, то законопроект практически подготовлен по классическим офшорным зонам. Туда пока мы не можем включить офшорные зоны, практически на наш взгляд офшорные зоны, которые расположены в Европейском Союзе. Это не дает нам сделать наши, не дает сделать наши международные соглашения с этими странами. Но мы готовимся к этому вопросу. А пока на первом этапе мы предложим, каким образом мы обложим налогами классические офшорные зоны. Прежде всего, это островные государства, там, где одни нули в налогах. И я постараюсь в ближайшее время внести на рассмотрение Кабинета министров расширенный список таких офшорных зон. Я считаю, что сегодня это непростительная роскошь для страны иметь такие зоны, и через них проходят достаточно крупные сегодня операции. Сюда не попадет Кипр, но кроме Кипра еще порядка сотни разных зон есть, которые имеют очень низкие ставки налогов. Вот этот перечень мы расширим решением Кабинета министров, а специальным законом внесем определенные элементы налогообложения для того, чтобы те, кто хочет работать с этими странами, абсолютно спокойно работали, но перед этим заплатили определенные средства на те или другие операции. Вот это пока все. Спасибо. Я жду ваших предложений. Мы еще 3 недели будем слушать ваши предложения. Давайте их. Поверьте мне, для меня эта информация очень ценная. Я вот только перед вами встречался с бизнесменами, кстати, с представителями реформаторского клуба, которые как раз при мне оговаривали вопрос, чтобы поддержать этот законопроект. И они будут давать свои предложения тоже. Там вот как раз находятся те люди, которые подпадут под действие этого налога. Но я вижу, что они как раз готовы поделиться с обществом и нормально, совершенно нормально смотрят на эти вещи. Вам спасибо за внимание. Всего доброго. До встречи.